концерт к Международному дню музыки в начале учебного года – это всегда сюрприз. Воспитанники хормейстера Светланы Каменской демонстрируют первые наработки своей программы. Знакомые песни звучат задорно, любимые мелодии переливаются и струятся, как осенние дожди. Средняя группа девочек «Весенние голоса» с новой программой дебютирует осенью еще и по случаю Дня учителя. Сегодня на сцене и педагоги, и воспитанники. Это давняя традиция школы – открывать новый учебный год совместным концертом. У нас представлены и струнные инструменты, и народные, и гитары, и вокальные произведения. И, конечно, украшением концерта будет выступление двух коллективов хоровых школы, которые уже успели за этот короткий период сделать новые программы. И на суд зрителей они уже часть этой программы представляют. Волнительная скрипка или нежная гитара. В Одинцовской музыкальной школе 8 отделений, включая подготовительное. На занятия принимаются малыши с 4 лет. Желающих учиться музыке становится все больше. И дело, возможно, даже не в самом предмете, а в коллективе школы, который, подобно большой семье, с каждым годом только крепнет. Бывшие выпускники приходят преподавателями и на совместных концертах выступают на равных со своими бывшими наставниками. В 2017 году Одинцовская детская музыкальная школа отметит полувековой юбилей. Ежегодно ее воспитанники становятся лауреатами всевозможных конкурсов. Хоровые коллективы и исполнители известны не только в Московской области. Свое здание у школы появилось почти 35 лет назад. До этого коллектив работал на базе общеобразовательных учреждений. Сегодня в школе обучаются почти 700 детей. Ваши пожелания вашим коллегам ко Дню музыки, ко Дню учителя? Знаете, вот единственное, что самое главное – терпение и здоровье. Вот это единственное, наверное, что можно пожелать в этот прекрасный день. Вот, и потому что люди все преданы своему делу, потому что другие здесь не работают. Фортепиано, скрипка, баян, домра, флейта и завораживающий саксофон. В день музыки со сцены звучит только музыка, а из зала – аплодисменты в знак благодарности и уважения. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».